Вы писатель? Угадали. И что вы сейчас пишете? Есть одна новая задумка, но она обречена. Тем интереснее. Расскажете? А что, если я вас сделаю героиней своего романа? Тогда пусть у нее будет любовник. Кого ты имел в виду под персонажем? Воланд. Профессор, немец. Из твоей рукописи. Хватит запутывать следствие. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Я знаю, почему у вас его зовут Воланд. Сегодня что-то случилось. Что с ним? Я часть той силы, что вечно хочет зла. И вечно совершает благо. Стало быть, я могу попросить об одной вещи. Я хочу, чтобы вернули мою любовь. Вы уже придумали название? Вам обязательно нужно это написать.